Блядь, мне человек задал вопрос, он не подписан на меня. У него закрыт профиль. И в информации, короче, три русских флага вот так к ряду, блядь. Блядь, это просто пиздец какой-то. Что ты от меня хочешь ответа такого ожидать? Типа, блядь, вернусь обратно в Россию. Буду молить прощения. Ребята, я был неправ, я патриот! Разрешите мне здесь выступать, зарабатывать деньги. Пожалуйста, я был неправ. Так что ли, блядь? Ты хотел, чтобы я ответил? Или что, блядь? Кто мне здесь запретит, нахуй? Ну, в России понятно, почему там хотели запретить. Здесь такой практики я не наблюдал. Именно поэтому я сюда и переехал. Здесь хоть чуть-чуть посвободнее, блядь, себя чувствую. Начнется здесь война, но я хуй знает. Буду решать проблемы по мере их поступления. Бля, сейчас представил, нахуй. Че вдруг реально, если начнется война, такая жесткая, нахуй. Третья мировая, блядь. Ну я 100%, блядь, полечу к родителям. 100%. Если будет такая возможность, я надеюсь, что она будет. 100% полечу к родителям. Я надеюсь, что третья мировая не начнется. Друзья, товарищи, блядь. Вот. А насчет свободы в этой стране, ну, по крайней мере, пока на меня это не отобразилось никак, но я убежден в том, что в любой стране, если ты кому-то неудобен, тебя отменят нахуй. Посадят, отменят, ликвидируют, уничтожат там и так далее и тому подобное. Слава богу, мы тут пока, блядь, нормально себя чувствуем, свободно, так скажем, дышим полной грудью.